Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Меня зовут Зинаида, я ведущая рубрики «Гадания, предсказания, гороскопа». Так как наступил 2019 год, год свиньи, я коротко расскажу о людях, рожденных в этот год. Этот год поистине их. Они в этот год будут веселые, удачливы, у них будет все получаться абсолютно. Единственный минус в этом, что они не должны злоупотреблять алкоголем и бросить вредные привычки, все остальные, у кого они есть, конечно. В основном у людей, рожденных в этот год, будет эти светлая полоса. У них активный карьерный рост. Если кто-то захочет, может завести свой личный бизнес. У них все получится. Их интуиция не подведет. Оптимистичны, улыбчивы. В общем, зажигательные поросенки будут действительно зажигать в этом году. В следующем выпуске я расскажу о людях, рожденных в год дракона. Если вам понравилось, пишите, оставляйте комментарии. Пока!